госпожа. Прочь с дороги. Хюрем? Что это ты так вырываешься? Все ваши попытки терпели поражение. Теперь решили колдунов и ведьм на помощь позвать? Неужели вы так беспомощны? Хюрем, о чем это ты говоришь? Не понимаю. Даже не пытайтесь этого отрицать, госпожа. Я узнала о том, что вы со мной сделали. Нигер рассказала. Вы прибегли к магии. Черный. Замолчи, Хюрем. Как ты смеешь бросать моей сестре эти необоснованные обвинения? Да еще опираясь на слова этой женщины. Госпожа, уже долгое время эта женщина служит у вас. Вы что, ею недовольны? Мирджанага, госпожу надо до кареты проводить. Еще один шаг, и я прикажу казнить тебя! Я готова с тобой поговорить, Хюрем. Однако твои вопли я слушать не намерена. Не со мной, госпожа. С Нигер поговорите. Она ведь втайне ото всех по Ибрагиму Паше слезы льет. Так же, как и вы. Не смей! Не смей даже имени его произносить! Госпожа, я молюсь, чтобы Аллах послал вам терпение и стойкости и помог покориться судьбе. Однако, если вы так жаждете отмщения, ступайте прямо к повелителю. Ибо Ибрагима Пашу приказала казнить вовсе не я, а Сулейман. Oh.